Друзья, рад вас всех приветствовать в новом обзоре. И сегодня у нас проект, который называется Hubris One. Мы уже о нем говорили пару недель назад. Я решил записать по данному проекту обзор под номером 2. Данный проект мне показался достаточно интересным, и я решил продолжить и развить более подробную тему данного проекта. Хочу сразу же сделать пометку, что в мире существуют миллиарды небанковских людей. И существует достаточно большой разрыв между традиционными банковскими операциями и криптовалютой. Криптовалюта должна быть регулируема. И что, собственно, Hubris One стремится и сделать? Они хотят стать первыми в мире криптовалютным цифровым банком. Идея у проекта очень интересная, конечно же, она очень и очень сильно глобальная, и в принципе это и хорошо. Лучше ставить глобальные, как кажется многим, невыполнимые задачи, чем маленькие и нереализуемые. Звучит очень сильно, на самом деле, интересно, и достичь этого может быть, конечно же, нелегко, и скорее всего так оно и будет, но, как я уже сказал, в любом случае путь и направление оно выбрано правильно. Hubris One — это приложение, команда имеет мобильное приложение, которое объединяет два мира. Это традиционный, как мы уже все привыкли, банк и криптовалютный кошелек. Конечно же, нам всем очень сильно нравится гибкость, которую предоставляют нам криптовалюты. Но тут нужно сказать, что самому себе в первую очередь нужно признаться, что данные технологии требуют регулировки. И что может быть лучше для объединения двух мощных концепций, чем создание одной единой платформы, которая будет сразу же соединять два этих мира, при этом сохранять надежность? Hubris One, как я уже сказал, это цифровой банк. И вы можете спросить, где и как, кем это основано. Потому что каждый банк какой-то, он где-то базируется. Они будут полностью регулироваться и находиться в Соединенном Королевстве. Учетные записи и кошельки – это то, что предлагает нам Hubris One. Именно здесь пользователи будут ощущать слияние двух миров больше всего, потому что у них будут все виды денег на одной и той же платформе. То бишь, это криптовалюты, к примеру, биткоин, эфир, рипл, и также фиатные средства, как доллар, евро, фунты стерлингов. И неважно, с какой валютой вы будете хотеть работать, решение, которое вы выберете, будет для вас доступно. Вы сможете надежно управлять своими счетами, тратить свои деньги, которые будут у вас на балансе, также зарабатывать токены Hubris One, и каждый раз у вас будет полностью отчет тому, куда уходят ваши деньги. Что касается переводов, также будут доступны трансграничные платежные переводы с использованием фиатов и криптовалют. Это будет стоить дешево, и это будет осуществляться быстро. Hubris One токен – это служебный токен платформы. Награды, скидки, возврат денег и многое другое будет возможно благодаря этому токену. Также вы сможете подключить свои криптовалютные учетные записи, иметь возможность просматривать свои балансы и отслеживать эффективность, и все это будет находиться у вас в приложении. Также будет доступен собственный модуль кредитования Hubris One, который будет позволять вам получать доступ к ликвидным бумагам. И последнее – это DEPS Marketplace. Это торговая площадка, она позволит получить доступ ко многим типам основных приложений блокчейна, таких как финансы, страхование и так далее. Подводя итог, хотелось бы сказать, что проект очень интересный, и я надеюсь, что у него получится объединить банковские и, к которым мы уже привыкли, информационные активы, потому что я хотел бы жить именно в таком мире, где существует гибкость как криптовалютная, так и доступна банковская система, и чтобы это все было доступно на одной платформе. Друзья, на этом у меня все. Это был краткий обзор проекта Hubris One. Всем пока!